Иисусу слава, Иисусу слава, луна и пісня над схилами Дніпра. Иисусу слава, Иисусу слава, співає вільна Україна. Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Приветствую всех именем Господним, именем Иисуса Христа из города Киева, с нашей Киевской архиепископии. Сегодняшнее служение, как и все фактически собрания наших богослужений, мероприятия на протяжении всего 2017 года посвящено юбилею 500-летия со дня начала Великой Реформации и обновления мирового христианства. 5 столетий назад закончилась эпоха великой деформации, деградации церкви, и началась эпоха великой реформации, то есть восстановления, покаяния, исправления христианской церкви. И я как реформатор православный, как евангелист, обновленец, я, конечно же, призываю к тому, чтобы и сегодняшним днем реформации продолжилась, как говорил один из мужей Божьих великих прошлого, святитель Киприан Карфагенский, архиепископ Карфагена и лидер Северной Африки еще 3-го столетия нашей эры, через 200 лет после начала истории христианства, он провозглашал «Ecclesia semper reformanda» – «Церковь непрестанно реформируется». Ведь если не реформируется, то деформируется. Дамы и господа, братья и сестры, да не будет в нашем христианстве деформация, а будет реформация. То есть покаяние, исправление, возрождение, слава Богу. И пусть Господь Бог благословит всех нас, благословляю всех вас во имя Господне, благословляю. И каждое воскресенье здесь в арендованном помещении проходит богослужение. Это станция Метропловская, улица Первомайского, 6. Это предприятие общества слепых. И мы молимся здесь, собираемся на молитвы, на богослужение. И приглашаю всех вас каждое воскресенье с 9 утра до 12 часов. Наше арендное время здесь. Пусть Бог благословит всех вас, дамы и господа, братья и сестры, во имя Господне. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам!